прекрасно возвращаться под крышу дома своего. Так поется в известной песне. А вот жителям одного из домов поселка Аэропорт Волгоградской области такие песни петь не хочется. Как только в этом году начал таять снег, у них в доме потекла крыша. Беда у нас такая. Течет крыша, сильно течет. Износ 90% крыши. Горели 3 раза. 112-я служба приезжала, нас выручала. Это все было, да. Но никому никакого дела до нас нет. И писали, и в президент, и президенту писали, и прокурору писали. Вот опять боимся опять дожди, осень уже вот за плечами, и опять будут дожди, и опять будет снег. От непригодной кровли страдают жители верхних этажей. Они несколько раз пытались устранить последствия протекания, делали ремонт в квартирах и подъезде, а теперь просто решили ждать, пока проблему устранят. Больше всего они боятся затопить квартиры на нижних этажах, поэтому при непогоде расставляют по всей квартире ведра и тазы. Акт мне составили 18 января на мою прихожку. 14 февраля мне составили акт на мою спальню. Я отправляла фотографии. Вот мои фотографии. Вот это мой подъезд над моей дверью. Фото. Вот это моя дверь, это потолок над моей дверью. Это то же самое. Соседская дверь, и это тоже потолок. Дальше идет моя прихожка. Вот моя прихожка, где у меня здесь замкнуло свет. А вот это вот, оно во всю длину. И вот это вот поток ручья у меня шел. Жители несколько раз писали президенту, прокурору, в Госжилнадзор и, конечно, в свою управляющую компанию. Ответ они получили только от инспекции Госжилнадзора. Президентские письма спускали как раз в это ведомство. Крышу пообещали отремонтировать к 30 мая 2022 года, но не сделали этого. Управляющая компания, обслуживающая поселок аэропорта, проблеме знает. Нам удалось связаться с ее представителем. Там требуется капитальный ремонт кровли. Вот. У них запланирован этот капитальный ремонт на 38-й год, в связи с тем, что срок слишком большой, а требуется капитальный ремонт сейчас, совместно с собственниками управляющая компания инициировала общее собрание по вопросу открытия спецсчета для перевода туда средств для того, чтобы в следующем году сделать капремонт кровли. Собрание собственников планируют провести до конца августа. Получается, жителям остается ждать собрания, готовить дополнительные деньги на ремонт крыши своего дома, а самое главное – пережить осенние дожди и таяние снега зимой и весной. Мы продолжим следить за развитием событий. Анжела Умбетова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1».